Как видите, площадка слякотная, вся обувь в грязюке. Вся обувь в грязюке. Стоимость 100 рублей с маленькой машинки. Буфет в кафе не ходили. Трасса М4 Дон в сторону Ростова-на-Дону. Вчера еще можно было ехать, но было пасмурно, шел мелкий дождь, темно, поэтому решили остановиться. Ночь прошла спокойно, без проблем, тихо. Четыре часа потребовалось, чтобы перебросить видео на внешний жесткий диск. До Ростова примерно 250 километров. Солнце боковое, в левый глаз. Хорошая обочина, асфальт. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90.
мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Осень 2017 года. Температура около 10, наверное. Ну, юг. Кстати, на стоянке, на ночевке в буфет не ходили. Обошлись подручными. Электростакан, хлеб, колбаса. Туалет платный, 20 рублей. Да ничего там такого. Интересная надпись на стене, табличка. Обувь и ноги в раковине не мыть. Ну, если, вот как вчера, застало в темноте, темнота застала в пути, то, конечно, можно остановиться без проблем. Так, эфир. Я сказал, что мы это, бля, как? На тупой тропинке были. Переплатили сюда нахуй. Эфир 15 канала. Прости, меня заебал донаться, блядь. Эфир 15 канала. Там, где общаются дальнобойщики, большие грузы. Содержит ненормативную лексику. Поэтому убавьте или отключите звук.
было солнышко. Чувствую, опять пойдет дождь. Наверное. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. М4 Дон. Движемся в сторону Ростова-на-Дону. Вот обратите внимание, все большие грузы, в основном дальнобойщики, двигаются по левой полосе. Вот такая закономерность. Я несколько лет тому назад ехал и спрашивал, в чем дело, почему здесь такие особые. Они говорят, что левая полоса более ровная, более гладкая, поэтому двигаются по ней. Так что, двигаясь вот на юг, и увидите, что впереди идет большой груз, дальнобой, это не значит, что он пошел на обгон и кого-то обходит. Нет. Просто манера движения такая. Можете уверенно занимать правую полосу. Но по левой полосе двигаются аборигены. То есть те, кто постоянно здесь ездит, живет. Это их манера движения. Давно уже, я не знаю, наверное, лет 5-6, как вот на это обратил внимание. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Да, что там?
Пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. До Ростова 231. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Погибшее животное. Раздавили кого-то. Пожалуйста,
находится. Азан, меня что ли тащится? Я Бархан, сейчас обгонял. Очень комфортно двигаться впереди вот эта яркая светлая полоса. Сбивает немножко. Мед, масло. Торговля, придорожная торговля. За качество не скажу, но цена примерно как и в Москве.
Видите, поля зеленые. Наверное, зимой посадили. На стоянке, где ночевали, утром подошел старичок, предложил бензопилу, предложил дрель, написано Bosch, 4,5 тысячи рублей. Про бензопилу я даже не спрашивал. Явно китайского производства. Дрель продавать по такой цене смешно. Я ему предложил 100 рублей. Он говорит, мало. Но я так, шутки ради.
Нету у вас сейчас назад, парни, вообще ничего нету. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Keep back.
Впереди камера. Ограничение 90. До Москвы 1001 километр. Тысяча один километр. Впереди город. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС «Контроль скорости». Ограничение 90. Yeah.